В языке одного из племен Новой Гвинеи есть русские слова. Благодаря антропологу Николаю Миклуха-Маклаю. Его наставник, основатель экологии Геккель, учил, живые организмы нужно изучать в среде обитания. Рискуя жизнью, Николай в одиночку обошел берега Красного моря. Он изучал животных, но главной загадкой считал человека. И потому отправился в Новую Гвинею. Аборигены настороженно относились к европейцам. Миклуха-Маклай расположил их к себе сдержанностью и терпением. Он вылечил одного из них и смог подружиться с племенем. Миклуха-Маклай боролся с униженным положением туземцев. Мечтал о независимом папуасском союзе под защитой России. За время экспедиций он доказал, низших и высших рас не существует. Особенности народов связаны с природной и социальной средой, а не с происхождением. Лев Толстой писал путешественнику: «Вы доказали, что человек везде человек». День рождения Николая Миклуха-Маклая стал профессиональным праздником этнографов.